Привет всем, привет, стримаши. Давно у меня эта зарядка валялась, я ее не покупал. Она попала ко мне с часами Econbit, в которых, по-моему, батарейка села. Они как бы не сломались, но батарейку я не смог найти. В общем, зарядка мега дурацкая. Может, кому пригодится, чтобы не покупать ее. Естественно, ее продают дешево, там 50-100 рублей, но даже не тратьте, и 100 рублей не стоит. Вот, по виду можно определить. Здесь светодиод красный, выглядит он симпатично. Единственное, что в этой зарядке нормального, это светодиодик светится, понятно, что он работает. Вот так она сделано, написано 500 миллиампер. Здесь с одной стороны защелка, с другой стороны винт. Это вот зарядка, она не сломалась полностью, она стала давать повышенное напряжение 5,8 вольта без нагрузки, под нагрузкой 5,2. Не знаю, какая деталь за вот это повышенное напряжение отвечает, но так она может подать и чую, и 220. Так что вот такую ни в коем случае не берем. И у меня вторая есть такая же, тоже попала с каким-то дешевым устройством. Даже не помню, какое дешевое устройство было. Но вторая нормально работает. Пойка. Вроде такая более-менее аккуратная, но зарядки и детали по внешнему виду вполне нормальные. Что это, трансформатор без обозначений, что ли? Ну да ладно, в общем, так. Хотел показать, что за конденсатор. А, вот название. Сейчас. Ченг Вент. 105 градусов. Вроде и неплохие детали, вроде как. Ну да ладно. Мне не понравились эти зарядки, и 500 миллиампер уже нифига не хватает. Планшет, любую ерунду заряжать, уже 1 ампер нужен. На этом все, пока, ребята. Подписывайтесь, такие зарядки не покупайте. Я считаю, что он даже 100 рублей не стоит. Всем пока.